Привет всем, те, кто не видел первую часть, где я показывал свои приманки. Я отсортировал те, которые я буду сегодня использовать, и выехал на рыбалку. К сожалению, мне не получилось приехать вовремя. Я возился 2 ночи, проспал. Но, в принципе, я думаю, это не проблема. Потому что в Ирландии щука питается в основном после обеда. Особенно крупная щука. Единственная погода, я не знаю, как... Пока я ехал, было солнце, сейчас вот... Как вы видите, низкая облачность и довольно тихо. Плюс место, где я хотел спускать лодку, занято. Я поздно приехал. Там сегодня соревнования по ловле на фидер. Вот я приехал в другое место. С грязью, поле и до речки примерно 0,5 километра. Придется мне лодку тащить. Вот сейчас ее надо собирать. Плюс мой... багаж, сумка с приманками, примерно 15 килограмм. Ничего, преодолеем. Ну вот, лодка собрана. Все мое барахло на ней. Наверное, килограмм 50, в общем. Лодка 27 килограмм. Очень удобная. Сидишь как за столом. Можно даже стол поставить, если есть желание. Но тяжелая. Плюс вещи. Вот с 0,5 километра где-то. Засекем время, сколько у меня уйдет. Буду тащить, как бурлаки на Волге раньше. Ну, за удовольствие надо платить. Точно, как бурлаки на Волге. Чё они там пели? Простенько разин. Зато здесь никого нет. Потому что трудно добраться. И красиво, особенно когда солнце. Главное, чтобы рыба клевала. На солнце наплевать. Надо брейк. Овцы испугались меня. Ох, как несутся. Людей не видели. Красиво здесь. О, какая гусеница. Красивая. Надо не раздавить ее. С горки быстрее. По камням желательно не тащить. Хоть она и прочная. Зачем испытывать на прочность? Вода. Значит, вода высокая. Может быть, это не очень хорошо. Посмотрим. Дикие лошади ко мне бегут. Не знаю, с каким намерением. Подружиться или прогнать меня. О, сколько их. Какие они задорные. Овцы все-таки безопасней. Ну, вот и пришли. Да, вода довольно высокая. Видно было еще выше. Шли дожди. Обычно, когда вода идет вверх, рыбалка нехорошая. Ну, посмотрим. В другое время я не мог.
на все про все у меня ушло 15 минут с остановками. Надо проверить, не потерял ли что. Одеть куртку. Все на месте. Я вам покажу приманки, которые я приготовил на сегодня. Забыл сказать, я говорю сегодня снова по-русски, потому что я начал уже по-русски. И потому что в основном это видео или передача для русскоговорящих, которые попросили меня рассказать и показать рыбалку в Ирландии. Вот приманки, которые я выбрал. Сейчас посмотрим, что там есть. Долго выбирал, долго цеплял крючки на них обратно. Будем надеяться, что какие-то из них будут работать сегодня. Вот коробка от Westin. В данный момент в Ирландии осень, начальная осень. Это значит, в Ирландии вообще странная щука. Она с наступлением холодов замедляет метаболизм и питается. Ну, питается тоже хорошо, но она не хочет гоняться за быстро двигающейся приманкой. Это я, в этом я убедился, когда снимал в прошлом году их под водой. Вот поэтому я буду использовать приманки, которые имитируют рыб, крупные приманки и средние, и которые, которыми можно пользоваться при медленной проводке. Вот как, допустим, это форель, это ее половинка. Сейчас я покажу, как она. Я рассоединил, чтобы они вместились в коробку. Плюс я для некоторых, вот как, например, щука, я взял два разных тела и две разных головы. То есть я, допустим, могу скомбинировать, взять темную голову и светлое тело, и наоборот. Вот образом. Темный я взял для солнечного дня, потому что он был солнечный сначала, как я сказал, который потемнее, а светлые к концу дня, когда начнет темнеть. Но, может быть, я начну с перемен, как сказать, со средних, вот типа таких. Это маленькая щука, я буду забрасывать ее. Большую щуку буду тащить в троллинг. Также еще есть. Сейчас надо рассоединить. Окунь. От той же компании Westin. Очень интересная муха на щуку. Хочу ее попробовать сегодня. Красиво, хорошо играет под водой. Ну, еще пару других приманок. Есть еще маленькие в другой коробке. Следующая коробка от Strike Pro. Тоже разного цвета, но в основном те, которые можно использовать при медленной проводке. Проверенные приманки, как этот Wolf Tail, например, поменьше для заброса, побольше для троллинга. Вот это хорошая, интересная приманка Junior Peak Shot. На нее тоже щука. Ее тоже хорошо хватало, когда я без крючков использовал. Хочу попробовать также на забросе забрасывать вот эти помельче приманки. Их знаменитая Buster Jerk. Я еще никогда ее не пробовал. Ну, вот, в общем-то, все от них. Есть еще мелкие на окуня в другой коробке. Следующая коробка от Salma. В основном я их буду использовать на забросе. И моя любимая вот называется Executor. Несколько разных сортов, цветов. Этот цвет по моим прошлым рыбалкам универсальный, работает в любых условиях. Ну, вот есть интересная Fatso. Интересный новый цвет. Как обычно, слайдер. Два размера, два разных цвета. Ну, посмотрим. Следующая коробка от Izumi. Вот их знаменитый Shad Life. Два разных цвета. Помельче. Потом Umami. Мне очень понравилось, я уже ее пробовал. Интересная резиновая приманка. И от Megabass. Как она называется? Забыл. Вспомнил. MagDraft. Вот два разных размера,
Этот цвет должен быть неплохой. Единственное, маловато на крупную щуку. Следующая небольшая коробка с французскими приманками Black Minnow от Fish. Я их еще никогда не пробовал на рыбалке. Вот такие красивые. Единственное, головка у них тяжеловата. Ну, посмотрим. Я вот придумал свою оснастку с резиновой головкой. Несколько мух, если получится на них тоже. В другой коробке еще мухи есть от этого же The Fly Factory, называется компания английская. Вот эти мухи, которые я уже снимал без крючков, которые щукам очень понравились. Сейчас я поставил крючки. Две мухи The Fly Factory. Смогу ли их забросить или нет, не знаю, легкие. Попробуем. Ну и тут разная мелочь еще. Резиновая, несколько попперов. Но вода слишком высокая для попперов. Вот интересный поппер. Самый маленький из этой серии от Strike Pro. У меня есть намного больше из этой серии, но я их не стал брать, потому что они слишком большие. Этот интересный поппер от Strike Pro. Интересный поппер от Mega Bass. И как я сказал, наверное, попперы сегодня не пойдут. Посмотрим. Последняя коробка приманки на окуня. Может быть, я окуня тоже половлю. Вот хороший набор от Duo. Очень хорошие приманки. Я их раньше испытывал на форели и окуне. Все они хорошо работают. И с другой стороны коробки наборчик. Мягкие приманки. Снова Fish и Auruna от Pantoon. В основном сальмовские. Вот. Как называется? Фриски. Окунь очень нравится. Потом Zipper. Окунь очень нравится. Потом вот это две приманки от Strike Pro. Один маленький крэнк от Izumi. Вот еще от Strike Pro. Ну, посмотрим, если у меня будет время на окунь и желание. Нравится мне эта высокая вода, но отступать поздно. Поедем в любом случае, посмотрим. Вот вначале я буду, начну я с этих двух троллинг, на, буду тянуть за лодкой. В ту сторону чуть побыстрее, потому что по течению, обратно помедленнее. Одна натуральный цвет, одна яркая щука. А сбрасывать буду вот эту небольшую щучку. Тоже я выбрал поярче. Вначале посмотрим, что будет. Немножко проясняется, ветерок поднялся, что в принципе неплохо. Вообще в Ирландии за один день можно увидеть все 4 сезона. Не знаю, сколько мы сегодня увидим. Главное не потерять подсадчик. Я уже 2 в этой речке оставил. Не знаю, как глубоко здесь. Должно быть не глубоко. У меня есть сапоги, но они дырявые. Упс. Идет глубже. Давай, 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 давай. Да? Так говорят. Все взяли, все готово. Вроде бы все. Моя королевская лодка. Куртку я не зря взял. Ветерок прохладный. Вода довольно чистая. Коричневая.
лебеди уже собираются куда-то. Вот какие красивые дикие ирландские лошади. Прибежали ко мне. Эй! Обе приманки довольно глубоко, особенно Майк. Потому что я его выставил на большую глубину. Не знаю, это хорошо или плохо. На сегодня. Заодно даже цепляется. Заодно не надо цепляться. Леской сделать. Ну вот такой вопрос к знатокам рыбалки на щуку. Когда поднимается уровень воды после дождя, что делает щука? Замедляет кормление или наоборот? И где она держится? Поглубже, помельче, на быстрой воде. Меняется сезон, белая рыба обычно мигрирует, а за ней щука. Надо знать куда, надо знать водоем, чтобы найти ее. А я эту речку почти не знаю. Вон рыбаки, как быстро догоняют меня на моторе. Куда-то едут. Будем надеяться, что не браконьеры. Сколько их? Двое, трое смотрят на меня. Что-то у них там много в лодке. Одна лодка. Час проплавали. Всего одна поклевка на форель натурального цвета. Погода продолжает меняться. Только что было солнце, потом снова очень темно. Сейчас опять светлеет. Я думаю, я снимаю эту щуку. Слишком ярко. Может быть, даже это слишком ярко. Сделаю трюк, который можно делать с этими приманками. Оставлю голову от этой, а поставлю туловище от более темной. Почему? Вода довольно темная. И день довольно темный в основном. То есть я хочу, чтобы щука замечала приманку издалека и заранее. Но я не хочу, чтобы она была слишком яркая и ее пугала. Натуральный цвет всегда более предпочтительный. К тому же я думаю, что щуки адаптировалось зрение к этой воде уже. Дождь был несколько дней назад, и она должна ее плохо видеть. Посмотрим. Nice pike. Mike the pike. Я уже заговорил по-английски. Окей, трюк сработал. Неплохая щука.
поставил маленький грузик. Вообще он плавает. И дал ему опуститься до самого дна. То есть грузик волочился по дну, а приманка плыла недалеко от дна. Вот щука ее взяла. Она пыталась взять, была поклевка, я ее пропустил. На вторую взяла. Взяла так довольно осторожно. Не заглотила. Хорошо, ее быстро пропустим. Но не очень активная щука, скажем так. Давай. Извини. Вот то, что я сказал. Маленький грузик. Вот примерно груз идет по дну, а приманка плывет у дна таким вот образом. Там очень темно, я это знаю точно. То есть блестящая голова помогла. Попробуем еще. Ветерок поднялся, это хорошо. Но он несет меня как парусную лодку. Даже не знаю, надо плыть против. Как-нибудь забросим. Две приманки. Если возьмет на одну, надо будет вторую как-то быстро выбирать. Вот скорость должна быть примерно такая. Я думаю, что я определил, где рыба, как и на что она берет. Сейчас увидим, правда или нет. Упс. Далеко бросать не будем. Сейчас она пойдет на дно. Это вторая. Это тоже пойдет на дно. И мы тоже начнем двигаться против ветра. Очень медленно. Вот то, что я говорил, щука в Ирландии очень странная. В России, допустим, вот поклевка сразу. Упс, есть. Есть сразу. Красиво. Щука здесь странная. Она небольшая, но сразу. Мгновенно. Посмотрите. Щука в Ирландии странная. Она осенью не начинает активнее питаться, а наоборот. Опс, опс, опс. Сейчас я выпущу. Наоборот, замедляется и уже не хочет гоняться за быстрыми приманками. А вот эти, которые плывут по дну, но в то же время играют хорошо. Похоже. Опс, эти. Похоже, что они работают. В таком способе приманка не цепляется за дно, не должна, то есть пустых зацепов не должно быть, но вместе с тем она идет возле самого дна, что получается хорошо в этих условиях в этом сезоне. Я думаю, я поймаю сегодня большую, может попозже. Поставлю больших рыб. Я попробую другие насадки тоже. Но мне кажется, им эти рыбы нравятся больше всего. Это первый раз я ловлю на этих резиновых рыб от Westin. Ловлю. Я их пробовал. Щуки их, как я говорил, рвали на куски. Ну вот. Похоже, что я нашел, как на них ловить сегодня. Еще медленнее. Похоже, что комбинация светлой головы и темного тела щуке очень понравилась. Надо большую поймать. Надеюсь, не на эту говняную удочку. Выдержит ли она? Вот это выдержит. Еще одна, тоже на Magda Pike. Ну. Где она?
где-то, мне кажется, чуть побольше. Прям подо мной. Активно. Нравится и Mike the Quake из двух частей. Как она тянет. Да, это неплохо. О, хорошая. Хорошая красавица. Красавица. Может быть, возьмем даже подсадочек. Не хочу ее потерять. Не хочу ее повредить сильно. Ну, иди сюда. Упс, какая красивая. Надо же. Хорошая. Стоп. Хорошая мамаша. Спасибо. Похоже, нравится это. Нравится это. Маленькая щучка. Сегодня продолжим наше путешествие. Мы разобрались, как ловить и на что ловить. Но мне интересно попробовать другие приманки. Еще пару штук на эту. Потом попробуем еще что-нибудь. Две удочки я не хочу одновременно. Сложно. Можно запутаться. Ветер уносит. Третья щучка получше. Я думаю, попозже, когда нацеплю вот эту, я, может быть, поймаю что-то совсем большое. Если вы посмотрите те мои видео, когда я снимал эти приманки под водой, вы увидите, что на медленной проводке они очень хорошо играют. И щука, даже когда она плохо кормится, она не может устоять. Они долго, часто идут за этими приманками, пока наконец-то хватает. Вот я думаю, это именно сейчас и происходит под водой. Ну, поехали. Прямо на середине. Скорость должна быть очень маленькая. При такой маленькой скорости ни одна другая приманка, в принципе, играть хорошо не будет. А эти приманки нет проблем. Они шевелятся, как настоящие рыбы. Пошевеливаются, лениво двигая плавниками и всем телом. Щука устоять не может. Ветер меня уносит, значит, побыстрее. Посильнее грести. Я думаю, я сегодня еще поймаю. Потом попробуем на форель и на побольше приманку. Побольше маленькую. Вот смотрите, с какой скоростью я передвигаюсь. Может ли какая-то другая приманка играть нормально на такой скорости? Конечно, нет. И еще я плыву по течению. Этим приманкам наплевать. Они играют хорошо на любой скорости. В чем мы убедились сегодня.
когда я снимал их под водой. Может быть, я сегодня попробую тоже снять под водой. Но я не знаю, получится ли. Если получится, я покажу вам. Если нет, вода очень темная. Я думаю, там на глубине 3 метра, там просто как ночь. Камера вряд ли что-то увидит. Ну, посмотрим, может, я попробую. Пока половим. Если солнце выглянет, может быть, я попробую. Пока мне нравится рыбачить. Новые зрители. Где еще щука? Я запустил вторую удочку с форелью. Этот участок реки какой-то. Hey guys, you can't understand Russian. Yeah, I see. I speak English now. Hello. Oops. Yes, yes, yes. Вот она. Я сказал нету, а она взяла. Возле лошадей. Не знаю пока, какого размера. Поднять не могу. Наверное, неплохая. Наверное, неплохая. Лошади смотрят, как я с ней борюсь. Это да. Опять на Mike the Pike. Им нравится он. Это, наверное, хорошее. Посмотрим, идет по дну как неплохая. Даже лошади испугались. Я ее за бок зацепил. Поэтому она так. Что она делала с этим пайком? Зацепил. Красавица. Я тут прям в траву и в берег ушел. Еще несет посраться. Иди сюда, мы тебя выпустим сейчас. Иди сюда. Иди сюда, красавица. Даже не зацепилась, захлестнулась за поводок. Интересно, держится как зверь. Возьмем сачок. Лошади, смотреть не будете на рыбу? Ну-ка, иди сюда, иди сюда. О, какая мамаша красивая. Это еще больше, чем прежняя. Красавица. Она вообще за крючок не зацепилась. Получается, что она не очень ее атаковала. Ох, какая! Надо же. Тут близко к метру. Спасибо. Приходи еще. Иди. Ушла.
Щуку нежелательно брать сухими руками. И поменьше ее вообще держать. Желательно в воде отпускать. Поэтому все эти фотографии со щуками не очень хороши для щук. Опять та же система. Близко ко дну на очень маленькой скорости. На Майк де Пайк. О, посмотри, где они. Эй! Hello! Hello! Did you come to eat me? Hello! No. Wild horses. Опять Майк де Пайк. 20 сантиметров, комбинированный цвет. А, это леска от другой удочки. Интересно, форель пока не хочет. Может, цвет не подходит. Может, размер. Может, еще что. А мы будем пробовать. Пока не поймаем. Правильно? Где мой форель? Он здесь. Может быть, не поминаем его. На что-то другое. Почему рыба не берет его? Возьмет. Он хороший. Оставим его пока. Продолжим путешествие по красавице реке. Сегодня хороший. Похоже, да? И вы нашли, как рыбачить. И на что рыбачить? Да, лошади? Надо продолжать. Я вас напугал. Красивый бил форел. Совсем красивый. Надо поймать еще больше. В этой реке есть щуки. 5 раз больше, чем на последней. Вот такую нам надо сегодня. Зачем, не знаю, но хочу. На разной глубине идут. Будем пробовать обе. О, нормально. Тяжеленькая приманка. Это полегче. Первый раз была поклевка вообще, когда я забросил, и приманка только дотронулась дна. Был удар, но леска была, не была натянута, и я не подсек. Офигеть! Прям под лодкой. Шла-шла за ней. Небольшая, но активная, агрессивная. Прыгает красиво. Чем мельче щука, тем красивее прыгает. Большая прыгать не хочет. Ну, иди сюда. Опс. Быстро. Мы ее выцепили. Быстро мы ее отпустим. Один тройник вполне хватает. Если бы я не снимал, я бы вообще пользовался крючками без бородка. Иди, подрастай. Опс. Спасибо. Если щуке сегодня нравится сильно Майк де Пайк, маленький, попробуем вот такую комбинацию на вторую донку. Вот, один у меня с такой головой, другой с такой. А туловище у них тоже наоборот. Вот этот уже покусали.
Ну, его раз 20 уже весной, как минимум 20 щука хватало. В принципе, он в очень хорошем состоянии еще. Один плавник только срезан. Этот раз 10. Посмотрим сейчас место форели. Майк де Пайк. Два Майк де Пайк. Не две. Две приманки Майк де Пайк. Троллинг делать. Опс, надо только выехать отсюда. Смотрите, мыши. Травы. Две щуки по имени Михаил идут в воду. Опс, под воду. Поехали. Дадим щуке лучше шанс. Если нравятся эти приманки, пусть берут. Прозевал поклевку. Как затрещала катушка. Она сидит. Опять на серебряную голову. Вторую почему-то не хочет. Но где она? Где она? О! Борется хорошо. Хорошо борется. Главное, чтобы на вторую ничего не было. Хорошая. О! Ну. Иди сюда. Как она лодку тянет, а? Как она лодку тянет? Тоже хорошая. Опс, иди сюда. Неплохая. Опять на серебристую голову, а? Что-то она им нравится как-то сильно. О, хорошая. Неплохая. Сейчас выпущу, послушай. Успокойся. Крючок, в принципе, не сильно сидит. Аккуратненько. Вот так вот. Немножко крови. Это из десны. Иди. О, красавица. Какая красавица. Да, интересно. Все на серебристую голову. Может поменять их? Может эта удочка несчастливая? Попробуем поменять сейчас. Нравится серебристая голова. Темное тело.
сюда. Интересно просто. Может, это просто удочка счастливая. Это вот. Бывает такое. Сколько? Пять уже? Еще парочку. Перейдем на другие прогулки. Окей, решил сделать перерывчик. Ноги затекли. Пока эта комбинация была самая успешной. Уже дело приближается к вечеру. 5 часов. То есть я думаю, что я начну пробовать светлые цвета. Наверное, все-таки остановлюсь. Блин, я не взял голову от этого. Светлую голову, темное тело. Так, посмотрим, что будет. Надо только стингер поставить. Это окунь, тоже хорошая приманка. Но я хотел светлую голову, темное тело. Наоборот, я не знаю. Темная голова, светлое тело. Как-то не очень. Или оставить вот так. Ну ладно, может, попробую это тоже. Наверное, я сегодня, не знаю, не уверен, буду ли я пробовать приманки других производителей. Может быть, посмотрим. Пока попробуем еще эти. Ну, последние 1.5-2 часа. Опять лошади. Может, опять клюнет. Одна удочка цепляет за травы. Трава не считается. Это рыба. Мне кажется, что щука к вечеру переместилась на более высокий уровень, на кормежку. Чтобы проверить это, я уберу грузик. Солнце совсем садится, скоро его не будет. Что мы делаем? Ставим к серебряной голове светлое тело. Раз. Оставляем ее идти по глубине, поглубже. И на вторую ставим. Большой майк. Только полностью яркое тело. Поставим стингер. С
скоро под водой будет совсем темно. Вот на какой глубине его пустить. Вот это вот вопрос. Наверное, не глубоко. Где-то в пол воды. Потому что я думаю, щука сейчас поднялась повыше. Посмотрим. Правда. Окей. Стингером он тонет. Мама. Какой закат красивый. Эта речка исключительно красивая. Блин, я не снимал, ёж твою медь. Вот что я поймал под конец дня. На Майк де Пайк большой, светлый. От которого осталась одна голова. Блин, как я не снимал, а? Ладно, надо отпускать ее. Это красавица. Это трофей дня. Надо же. Иди гуляй. Гуляй, гуляй, гуляй. Извини. Красавица. Она откусила тело. Каким образом? Оно должно плавать. Пойдем посмотрим. Я не думаю, что она проглотила его. Это было супер. Это была нормальная рыба. На говняную удочку. Все, что осталось. Каким образом она его оторвала? Нифига себе, даже снап раскрылся. Вот это да. Вот и луна. Наверное, все, слишком темно. Хотя, да и не до конца. Не так много осталось. Да, теперь точно все. Я приплыл в то же место, откуда он начал. Уже полная луна.
Не знаю, видите ли вы что-то или нет. Я пока еще вижу. Надо еще лодку до машины вытащить. Да, вот след от лодки. Тоже место. Ну вот, день рыбалки, точнее полдня рыбалки и закончился. Неплохой день. Полдня. Первый час был пустой, потому что я не знал, где и как ловить. Потом я нашел, что рыба на глубине и на очень медленной проводке. Это был сегодняшний трюк. Я поймал несколько щук. Последняя, я не знаю, мне кажется, я не снял борьбу с ней. Была самая большая, но щуку я снял. Вот что она сделала, этот Mike the Pike, если вы увидите. Она оторвала, каким образом она сделала это, я не знаю. Она оторвала тело вот такого цвета и унесла. Но щуку я вытащил. Остальные приманки, я надеюсь, я попробую в следующий раз. Так что, до встречи на воде.